Дорогой, как ты думаешь, я красивая? Конечно, солнышко. А я могу вообще, в принципе, нравиться мужчинам? Конечно, любимая, ты же мне понравилась. Ой, да у тебя вкус такой, не приведи Господь. Ночь. Наташа открыла окно, а там на улице поручик Ржевский прыгает. Поручик, а что это вы тут распрыгались под окном у меня? Так ночь на дворе, соседи спят. Если начну петь под окном, всех разбужу. Вот и решил станцевать. Бабка принесла в поликлинику анализы. Медсестра говорит: «Бабуль, да это же подсолнечное масло». «Так вот почему дед ругался, что картошка подгорела». «Доктор, у меня с памятью совсем плохо. Что делать?» «Почаще давайте в долг. Это здорово тренирует память». Парень лезет целоваться к своей девушке. «Опять ты пристаешь ко мне с грязными намерениями?» «Нет, я их помыл». Теща снится сон, будто лежит она в ванной. И вдруг к ней заходит зять, снимает трусы и залезает к ней. Она смотрит на него, а пошевелиться не может, только глазами моргает. «Зять, ты зачем ко мне в ванную залез?» Зять в шоке: «Не знаю, Светлана Николаевна, это же ваш сон!»